Я рыбку буду ковырять. Всем привет, ребятки. И Саника пришел. Шухер наводит. Очень вкусненько. У печки не кидай, он лопнет. Подковырнуть чем-то надо. О чем наша тема будет сегодня? Рассказывайте мне. Рассказывайте. Хулиган. Стали писать, спрашивать. Мама, ты где заводок? А? Надписи, чтобы сопрано убрала. Я поясняла уже за эти надписи. Много Лидия. Раз. Лидия. Меня поняли. Лидия. Новеньким. Объясняю. Папа. Папа. Ну-ка! Папа. Так папа. Надо. Я. Вот и все. Я. Надо. Я. Потому что видео тащит. Воруют, обманывают людей, а мне люди пишут, что я их обманула. У нас, к сожалению, есть народ, который не понимает, с кем он общается. Вот и все. Коротко и ясно. Они видят видео, значит, там человек этот сидит. Кстати, я зашла к себе в Одноклассники. Там меня знаете сколько? Я зашла в комментарии. Открытый аккаунт. Мои фотографии. Летние московские. У речки с утками. И много-много другого. Так, я заберу! Зашла в комментарии. Пишет женщина. Ирина. Что-то она хотела типа к ней обратиться. Я, говорит, писала вам в ВК. Вы мне, говорит, так не ответили. Я нашла вас здесь. Я написала ей в этом же комментарии ответ. Я говорю, вы кому вообще обращаетесь сейчас? Я из настоящего пишу под фейковым. Вы, говорю, уверены, что вы именно ко мне сейчас здесь обратились? Человек реально не знает. С кем он разговаривает? Он увидел фото, увидел надпись. Он пошел. Это ладно, если что-то безобидное. А если такое, что они на это, на то просят. Реально, просят прям. Я поснял за это. Человеком надо выходить на связь всегда голосовым или по видео. Чтобы понимать, где он, а где просто сидит кто-то. Вот так вот.
Я ВК себя еще не проверяла. Шарик. Я там не сижу толком-то в ВК. Редко зайду. В Одноклассниках меня очень много. У меня аккаунт закрытый. Я его закрыла, чтобы фотки не тащили. Так, иди сюда, я сейчас не посмотрю, что у тебя день рождения. Пипец, блин. Шарик, шарик. В Одноклассниках у меня почти 5000 подписчиков. Там до 5000 только можно. Было 5. Сам Одноклассник стал отписывать людей. И у меня скатилось на 100 меньше. Это уже много было лет, годов назад. Мне люди стали писать. И как бы обижаться. Ирина, почему ты, говорит, отписалась? Меня стала отписывать. Не их, а меня. Я жду тут наших девочек туринских. А почему, говорит, ты отписалась? Даже на воспитатели были подписаны. А воспитатели подписывали меня. Представляете? Я говорю, я ни от кого не отписалась. Я вообще тоже туда редко захожу. Странно только, что до 5000 что-то можно. Не знаю почему. Хрен его знает, почему так. Большая рыбина, да? Все. Иди сюда и лупну его нафиг. Нафига я их купила? Все пролил. Хулиган. У меня чеснок валялся на полу, упала, кошка уронила. Вытел окно? Кошка чеснок уронила, не знаю где. Не знаю. Мне это нравится хрень. Не знаю почему. Кишка вот эта. Что ее садите? И кашу. Ты-то молодец, я знаю. Я ее спрашиваю. Культильку эту. Какой суп ела? Прямо ела? Да. Молодец. А ты кого на каравай выбрал? Никого. На резине не было. Как не было? Я видела, все фотографии мне скинули. Че врешь-то? Видела? Да. Вы уже фотографии? Да, тебя фотографировали. А как? Погоди. Ты в кругу стоял. Тебя все обняли. Да. В зале. И кружились мы. И кружились мы, говорит.
Зараза. Тянул же. Я все. Вот так. Я наелась. Смотри, сколько рыбы под селедкой. Под селедкой. Под ногтями. И я селедки просто подумала. Селедочки охота с икрой. Ты сел, глыш! А дверь, а под шифонер, потом от доску, и потом не устоял, еще на жопу сел. Не смешно? Сейчас с лестники бежал, в садике брухнулся. Зарина, вот вещи лежат, переоденься. Нету, говорит. Полчаса уже сидишь, не видишь, что ли? Хороша, Наташа, жаль, что ты не наша. Я попрошивала. И вам приятного аппетита было, красавицы мои.